Здравствуйте. Буду модернизировать систему зарядки вот такого вот дрона. В него неудобный способ подзарядки аккумулятора. Чтобы его подзарядить, его нужно достать. И заряжать через переходник. Каждый раз нужно доставать аккумулятор. Для переделки буду использовать вот такой вот модуль контроля заряда литий-ионного аккумулятора. Вот так он называется. ТП-4056. Они есть как под микро-USB, так и под мини-USB. Под Type-C, не знаю, не видел. И для контроля напряжения буду использовать вот такой индикатор. Этот, правда, на 12 вольт, но они есть и на 4. Тут в аккумуляторе уже есть встроенный контроллер заряда. Оставлю все как есть. А последовательно включу для удобства еще один. И сейчас покажу, как это будет выглядеть, собрав на столе схемку. Вот так будет выглядеть схема подключения. Это обычная телефонная 5-вольтовая зарядка. Включаем ее в розетку. И загорается красный светодиод. Значит, идет заряд. Параллельно стоит индикатор. Здесь есть кнопочка. Но так как он 12-вольтовый, то сейчас он, естественно, заряд не показывает. Вот могу показать, как это, допустим, выглядит на 12-вольтовом аккумуляторе. Вот таким образом на какое-то время включается индикация и пропадает. При полном заряде тут будет полная шкала. Ну и так как у нас контроллер и здесь, то неизвестно, который из них отключится раньше. При полном заряде 4,2 вольта плюс-минус 10%. Здесь должен загореться зеленый светодиод. Это значит, что аккумулятор заряжен и зарядка прекращена. Осталось подождать.
Ну вот, загорелся зеленый светодиод. Аккумулятор зарядился. Сейчас замерим напряжение. Четыре и 18 вольта. Это нормально. Может, не совсем понятно. Показал, как это будет соединено. Значит, здесь нужно зачистить. Или обрезать и зачистить. И потом подпаять или прикрутить провода с выхода контроля модуля заряда. Естественно, соблюдая полярность. Здесь она помечена. Монтировать буду, ничего не разбирая, прямо сверху на крышку аккумулятора. Вот здесь поставлю модуль. Будет удобно вставлять разъем. А вот так. Индикатор. Здесь надо будет убрать эту скобку. Открывать крышку уже без надобности будет не нужно. Итак, вот так это вышло. Когда появится индикатор, поставлю. И теперь без проблем можно подзаряжать. Напряжение здесь безопасное, можно браться руками. Ну и закреплю модуль на жидкие гвозди. Наклей жидкие гвозди. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.